10 февраля в Твери пройдет региональный этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Соревнования стартуют в микрорайоне Южный по адресу Октябрьский проспект, район дома номер 109. Как сообщает пресс-служба администрации Твери, комиссия по допуску к соревнованиям будет проходить с 6 по 9 февраля с 10 утра и до 10 вечера в магазине Спорт». а также в день проведения состязаний с 9.30. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис. Участники мероприятия в возрасте до 17 лет, включительно, допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске. Участники в возрасте от 18 лет и старше при наличии медицинского заключения медика о допуске или при наличии личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Дополнительную информацию можно получить в Комитете по физкультуре и спорту Тверской области по телефону 33-34-68.